Друзья, всем привет! И как вы уже догадались, мы с вами на мосту через реку Бель. Давайте пролетим этот участок, он был у нас неохваченным, и посмотрим, что здесь. Как вы видите, на устойной опоре конус сформирован, и начинают делать обрешетку для бетонирования. 12 опор. Ну вот давайте посмотрим, мы все смотрели, сколько же осталось непокрашенных. Ну так, наверное, есть три опоры непокрашенные. Ну да, раз, два, три. Что-то их пока не красит. Краска, наверное, кончилась. Здесь формируют усиленно конусы, бетонируют стенки устойной опоры. И вперед мы летим с вами в сторону поселка Багерово. Смотрим, что здесь. Фундамент под шум забор готовят. Заканчивают, вернее, уже здесь даже вот мы видим, народу много работает. С правой стороны будет шумзабор, поселок Октябрьское, защищать от шума движения поездов. Ну и подлетаем мы с вами к гусепроводу. Здесь, как мы уже в предыдущих видео видели, потихонечку начали формировать конусы на устойных опорах. Вот даже геотканью закрыли, уже послойная трамбовка, и так, как я понимаю, закрывают затем геотканью и опять будут сыпать. Так, ну а мы летим дальше. Вот здесь начали устанавливать уже рельсы, шпалы были разложены, посмотрите, как пылит машина, разложены, и теперь уже и рельсы положили. Это таманское направление у нас. Мы с вами помним, что в тоннеле укладывают рельсы таманского направления. Ну и вот здесь таманское, видимо, одно направление до тоннеля добить. Таманская от Багерова, за тоннелем со стороны южного портала переход на Джанкойское направление, будем так говорить. И будет готов проезд по одной ветке, по одной нитке до поселка Багерова. Это намного упрощает задачу подачи щебня. Можно будет отсыпать, рихтовать и на Багерова подвозить. Ну, в общем и целом, будет намного проще. Ну и вот, посмотрите, как продвинулись в укладке рельсов шпалы. Вот здесь, видите, разрыв технологический для транспорта. Ну а тут пока вот шпалы. Справа хорошо видно старое направление. Если бы не раскопки археологические, то пошла бы дорога там, с правой стороны. А так пришлось на 140 метров южнее, то есть по ходу движения влево перенести. Собственно, это мы сейчас и видим, эту вот загогулину. Ну и вот подлетели мы практически к перетоку Мелек-Чесме. Остальное мы все с вами видели в предыдущем ролике. Здесь вот единственное, что хочу сказать, завозили машинами щебень и отсыпают уже щебень. Первый слой, чтобы на него уже укладывать шпалы и рельсы. Вот они, видите, где-то уже разровняли, где-то еще в кучках щебень и в стопках шпалы лежат. Ну, сам факт, что уже раскидали по всей длине. Ну, а мы возвращаемся с вами обратно. И посмотрим, вот он, хорошо видно русло, вернее не русло, а направление, старое направление, еще не заросло травой. Ну, из поселка Октябрьское мы быстро перемещаемся с вами на цементную слободку, в сторону моста, в сторону арок полетим и посмотрим, что здесь у нас новенького. Стоит вагон бытовка строителей, мы ее в последнее время очень часто видим. Так как технологические мосты почти разобрали, РМ-2 и РМ-1, РМ-3,
что приходится рабочих доставлять вот таким видом транспорта? Ну, с одной стороны, думал, как воробьи расселись на ветке там внизу, производственное совещание, наверное, идет. Солнце садилось, дело шло к вечеру, и поэтому вот такие краски. Цементную слободку, тут два участка, как мы, многие уже, наверное, знают, передали в федеральную собственность из городского фонда. Так что что-то там, вот охранный комплекс где, ну, еще, наверное, что-то будет там. Собственно, как и мост, земли под мостом тоже в федеральной собственности. И, видимо, вокруг моста. И, скорее всего, второй участок, это вот со стороны, где находился нижняя цементная слободка, где находилась база строителей, городок строителей, отдали ее Росгвардии, и, видимо, тоже вот этот участок передали в федеральную собственность. Ну, а мы с вами подлетаем к седьмому участку. Давайте посмотрим, сколько же осталось разобрать рабочего моста 3, так как мы с ним и заговорили про них. Ну, пока вот разворачиваюсь, напомню, что рабочий мост 2 от 253-й опоры фарватерной и до острова Тузла прекратил свое существование. Все, его больше нет. И теперь его можно только увидеть в моих видео с проездов и с пролетов. Ну, в истории он остался. Они сослужили неоценимую службу для строительства и автомобильного, и железнодорожного мостов. А теперь они уже стали ненужны. И где-то служат уже в других местах пролетные строения рабочего моста. Ну вот, посмотрите, ригель снимают, демонтируют. Или это пролет? Пролет, по-моему, да? Не, пролет и длиннейший. Похож на ригель, вот, на который устанавливается на трубосваи. Уже в двух городах используют пролеты рабочих мостов. Это Каменск-Шахтинский и еще в Чебоксарах, по-моему. Так что, ну, второй город, могу ошибаться, но точно в двух городах. Так что вот не он продолжает служить людям, рабочие мосты. Ну, а мы с вами посмотрели, 2,5 пролета осталось демонтировать рабочего моста 3, и все будет закончено. Но я думаю, что к концу октября точно закончат здесь. Сколько осталось демонтировать рабочего моста 1, это место между Тузлой, островом и Косой, ну, там 6 или 7 пролетов из 22 было демонтировано, может быть, сейчас уже больше. Ну, как-нибудь соберусь, проеду, и мы посмотрим с вами. Ну вот, летим дальше, красоты посмотрим. А я на этом заканчиваю, дорогие друзья. Обратите внимание, здесь вот контруголок уже стоит везде. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всего вам хорошего и до новых встреч в новых роликах.